Проснулись все, кому спалось, на небе что-то взорвалось. Я распахнул свое окно и глянул вверх. И тут мне сзади говорят: ты посмотри, опять бомбят. А я в ответ: да это ж просто фейерверк. Кому в ответ? Кто говорил? Ведь я один в квартире был. Жена у матери давно, наверное, спит. Я обернулся, что за бред? Передо мной стоял мой дед, который в 45-м был убит. Шинель, пилотка, ППШ, а я стоял едва дыша и головой своей мотал, чтоб сон прогнать. Но дед не думал уходить, он попросил воды испить, потом сказал: присядем, внук, чего стоять. Напротив деда я сидел и словно в зеркало глядел, и дым махорки незнакомый мне вдыхал. А он курил и говорил про то, где воевал, где был, и как на ударе в него снаряд попал. Тут его взгляд задумчив стал, и дед надолго замолчал, потом вздохнул и произнес: скажи мне, внук, ты отчего же так живешь, как будто свой башмак жуешь, как будто жизнь для тебя сплошной недуг. Я растерялся, но потом ему все вывалил гуртом, что современный человек такая дрянь, что я и шачу на козла, что в людях совесть умерла, и что отмыться им не хватит в мире бань. Я что-то там еще кричал, но тут кулак на стол упал, горящим страшным взглядом дед меня сверлил. Тебе б со стороны взглянуть, мой внук, на жизни твоей суть, и ты тогда б совсем не так заговорил. Ты был талантлив, всех любил, но все в деньгах похоронил, искал разгадку смысла жизни, а теперь ты ищешь баб на стороне, забыл о сыне и жене, и между миром и тобой стальная дверь. Неужто ради ваших склок, за хлеб и зрелище мешок, мы погибали под огнем фашистских крыс? Эх, нету Гитлера на вас, тогда б вы поняли за час всю ценность жизни, ее прелесть, ее смысл. Уже рассвет входил в мой дом, и пели птицы за окном. Солдат исчез, и я вдруг начал понимать: в любом из нас сидит война, не знаю, чья в этом вина, и нам нельзя на ней, ребята, погибать. В любом из нас сидит война, не знаю, чья в этом вина, и нам нельзя на ней, ребята, погибать.